Всем добрый день, у нас сегодня воскресенье уже. В целом, чем хочу заняться? Сейчас буду стоять, готовить кушать. Дети попросили капусту с рисом и с фаршем. Вот буду это сейчас и готовить. Да, тут прям брызги летят, прям не догрело. Это прямо брызжет. Все, брызги прошли. Сейчас нам надо с вами обжарить фарш в первую очередь. И туда добавить лук с морковкой. Сейчас чем мы и займемся с вами. Тут хоть масла и много, но я все равно еще добавлю масло. Пускай. Чем больше масла, тем вкуснее будет. Так, все, пускай обжаривается. Я сейчас ищу, у меня хоть и от вчерашнего, вчерашней готовки оставался лук с морковкой, но этого мало. Мы сейчас с вами еще натрем морковочки немножко и лучка. И будем готовить. Я вчера вечером, кстати, пекла хлеб, а хлеб уже закончился. Надо опять тесто ставить. Сейчас сначала все сделаю, а потом уже буду тесто ставить. Так что вот так у нас сегодня воскресенье. Считается банным днем, да? Сегодня должны у мужа родственники еще в баню приехать. Вот не знаю, когда они точно приедут. Так, в целом, что делаем? Все, забываю, ребят, терку купить. Я все старой теркой пользуюсь. Вы меня ругаете. Ну, все без вас. Короче говоря, сейчас все натру, нарежу и покажу, что дальше будем делать. Еще капусту буду. Кстати, а есть еще капуста? Да, есть еще немножко капуста есть. Ее, правда, совсем мало, но нам хватит. Ладно, готовим. Так, ребятки, показываю. У меня фарш уже с морковкой, с луком протушились, ну, прожарились. Я добавила сюда капусту и немножко водички. И оставляю теперь все это тушиться. Потом уже, когда все это потушится, я вам покажу. Мы добавим рис. Рис я заранее вот здесь вот замочила водичкой, промыла. Видите, вода аж прозрачная, и замочила. Все, тушим капусту. Так, мои хорошие, ну что, у меня рис с капусточкой приготовился. Вот такой вот он у меня получился. Сегодня не стала это прям рассыпчато делать. Сделала прям такой кашицей получилось. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Тут рис, капусточка, фаршик, видите. Вкуснятина. Вот такое вот, ребята, у нас сегодня блюдо с вами получилось. Как бы, вот. Если вам понравилось, ставьте лайки. Катюша у меня сейчас делает уборку, как слышите, музыка играет. Маша у меня сегодня уехала на день рождения своей подруги. Поэтому ее дома нет. Ребятишки все на улице гуляют. Света тоже ушла куда-то гулять, видимо. Катя делает уборку. Так что вот так вот. Вот такое вот было видео. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Также я сейчас еще поставила, что тесто на хлеб. Хлеба, потому что вчера вот пекла, вот все, что осталось хлеба. Я каждый день стряпаю. У меня, кстати, муки осталось уже 5 пачек из 12. Ну, до зарплаты дотянем, а там посмотрим, что дальше будет. Да, без монетизации плохо стало. Закупку продуктов сделать теперь уже такую огромную, как раньше я могла сделать, уже не могу. Но ничего страшного. Ладно, дорогие друзья, мы сейчас сядем кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем желаю добра и здоровья. Ну и смотрите нас дальше. Мы еще хлеб будем стряпать с вами сегодня. Мариночка уже пришла и села кушать. Да, Маришенька? Вкусно? Мы шторки с Катей зашторила, сказала, что сильно светло. Нагулялась я или еще пойдешь потом гулять? Не пойдешь? Ну ладно, приятного аппетита. Всем добрый день, сегодня ничего не снимала.
последние 2 дня ничего не снимала, что-то все это. Думки про все про этот выпускной у Егора, у Маши. Нынче у меня 2 выпускных, кто знает. Начинает снег таять. Видите, у нас уже качели оттаяло, уже ребятки тут качались. Тут уже территория оттаяла. И вот здесь то, что оттаяло. Видите, все потихоньку оттаивает. Да, Тайсон? Сейчас еду на собрание у Егора. Будем обсуждать последний звонок, сборы денег. Короче, все вот такая вот тематика. Так что вот так. У нас уже тепло, хорошо, плюс 16 на улице. Я сегодня первый день не одела шапку на голову. Решила без шапки ехать. На улице тепло, у меня капюшон, по идее, если что. Так вот капюшон накину и нормально будет. На улице плюс 16, жарко. Куртка уже тоненькая у меня. Но все равно жарко очень сильно. Ладно, поехали в город на собрание. Всем доброе утро. Мы идем в садик. Где? Где ты увидела цветы? У нас нет цветов еще. Ты что, Маша, еще снега по колено? Она цветы увидала якобы где-то. Ваня, ну что ты? Отряхивайся. Ванька упал. Ладно, все, пойдемте. Ладно, всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Мариночка, шагай с краю здесь. И мы идем на автобус. Всем добрый день. У нас новый день, новый влог. У нас хорошо территория растаяла. Скоро будем чистить ее. Ну, вот так вот покажу. Видите? Короче говоря, я сейчас иду на почту. Мне надо кое-что сделать, а потом еду в город. Мне надо в детскую поликлинику сходить забрать Машин результат и отнести нашему педиатру. Так что поедем в город. Ладно, пошла, а то опоздаю на автобус. Дорогие друзья, я приехала с города. Сейчас пока Оксаны нет, я вам покажу и уберу. Короче, забрала я Оксанин подарок на день рождения. У нее скоро день рождения. Это серебряная цепочка. Цепочка с кулоном тоже. И рюкзак. Заняла денежки и забрала. Потому что скоро у меня день рождения. Надо уже выкупить. Все. Сейчас приду. Василиса тут на окне загорает. Сейчас покажу, что еще пришло. Пришли прокладки, упаковка. 300 с чем-то рублей. Здесь сколько штук? 40 штук. Да, 40 штук. 300 с чем-то рублей. Дальше имбирь взяла баночку. Василис, не трогай, пожалуйста, штатив. Вот она шатает вас. И взяла филе ментая. Хочу в выходные постряпать пирог с рыбой или, может, что-нибудь такое с рыбой сделать. Оно по цене, что обычная рыба, так же стоит. Дальше Машин пришел шампунь. У Маши вот тогда писали в комментариях, что теперь Маше голову не будет мыть, что ли. Нет, у Маши просто есть запас, был запас шампуня. Но так как у нее заканчивается, мы и заказывали. Вот такой вот только она шампунью пользуется. Другой она не может. У нее просто путаются волосы. Так, следующее, что я взяла. Так, ну это моя сумка. Мне в комментариях женщины писали. Вот, я не знаю только про такой, не про такой, Ваниш. Ну, вот только такой у нас я увидела. И жидкий еще был. Пятновыводитель. Вот взяла его. У меня разорвалась вся вот эта сумочка. Видите, вот вся уже все просто. Я ее уже и зашивала. Но она удобная. Я взяла себе вот такую вот. Дальше. Мне надо было ролтон я взяла. Не было куриного, взяла говяжий. 2 штучки. И вот такую вот еще одну взяла. На пробу такую я никогда не брала, поэтому взяла. И ручки. Пиши, стирай. Маша, я те ручки взяла. Все. Все, ручки. Тут дальше это у меня документы.
Дальше. Взяла салфетки в магните. У нас они заканчиваются быстро. Туалетную бумагу. Сколько тут я? 4 штучки взяла. Потом в магните уже взяла вот такой вот роллтон куриный. Где-то еще должен быть, по-моему, один. А нет, один пакетик взяла. И вот такой вот еще один взяла. Дальше в магните по 87 рублей сахар. Сахар у нас понизился в магните. Ну, не знаю, до этого я его не могла поймать, его там просто не было. Но вот сейчас по 87 взяла 3 пачки. Денег у меня немного было, поэтому 3 пачки. Дальше гречка по 89,59. Сахар 83,99. О, не 87, 83. Гречка 89,59. Маша, на ручки. Это ты просила, пиши, стирай ручки. Гречки взяла 2 штуки, ребята. Маша, ватные палочки ты просила. Ватные палочки 52 рубля. Держи, Машенька. И одну курицу взяла. Вот такие вот в целом все покупки были. И наша Вася. Да, Васенька? И наша Вася. Просто Вася. Да? Да ты маму любишь, я знаю, что. Ой, дети моя любимая, да ты меня любишь, да ты прямо слезишь целоваться. Она у нас ласковая девочка. Я знаю, что вы ее не любите, но мы ее любим. Ой, смотрите, как она прям ласкается, смотрите, прям балдеет. Видите? Ой, балдежная это наша девочка. Мама пришла, она к маме сразу лезет. Она у нас красавица. Ладно, девчонки, всем хорошего дня. Сейчас я попью чай. И мне надо будет скоро уже идти в садик. Все, отнесла я Машину с первографии. Мне дали выписку врачи. И надо будет с Машей сходить на прием для того, чтобы ей выписали лекарства. Ну, назначили нам дыхательная гимнастика. Тут еще одно лекарство назначили, но у нас его бесплатно не выделяется. Оно только платно. Бесплатно нам могут выдать только пульмикорт или будусонид, заменитель пульмикорта. Но на него у Маши реакции вообще никакой нет, на будусонид. Нам именно нужен пульмикорт. Сейчас начнется тополь, это да. И тут еще другие назначили, но вот их тоже бесплатно не выделяется, они только платно. Так что вот так вот. А в основном дальше все нормально. У нас сюда аллергологи сейчас не приезжают, поэтому врачи электронно отправляют туда бумаги и нам выписку уже сюда отправляют. Все, короче, убираю все в морозилку, пью чай и потом пойдем с вами в садик.